видно там столбик вышел, да? Ну и как мне дальше будет? Женщина идет, я задним ходом сдаю, она с ребенком идет. Приветствую, любители спецтехники. Привет подписчикам. Короче, уборка снега во дворах, блин. С утра уже тут движуха. И снег надо убирать. Погрузка, потом, пока машины ездят, еще и уборочка. Как видите, очень неудобно, блин. Не развернуться в аду. А сзади меня что интересно? Этот паршивый объект на ангарах. Все одно к одному, да? Все рядом. Но ангары здесь закончили. Это Льва Толстого улица у нас тут. Народ кругом ползает. Чего ненавижу? Где-то сантимов 30 оставлять. То есть бортики, колодцы, высота снега неубранного останется 30-20 сантимов. Понятно, да? Объяснил. До самой земли брать не надо. И вот 5 домов таких надо здесь сделать. И везде типа такие кучи. Тоже объявления пишут, а машины ни хрена не убрали. Вот такой комочек может сверху улететь и на машину. И что мне отвечать, что ли? Вот что это эта херня справа? Не понимают люди. Ни хрена не понимают. Как бы для них же, да, стараемся, делаем вот так вот, по идее. Нет. Чистка дворов, машины убирайте. Нет, стоят. Конечно, так снег не убирают, блин. Убирать надо до самой земли. И надо, чтобы какой-то дворник ходил тут, который знает территорию. Я вот сейчас что, я на длину ковша, а дальше как мне залазить? Такой сугроб. Ладно, что нам? Время идет. Время – деньги. Путь железа, не отходя от кассы. Я вот так вот не люблю, конечно. Я люблю делать нормально, чтобы чистенько было. Ну, раз сказали, так что я? Наше дело маленькое, как сказали, так и делал. Дворник какой-то вышел.
Это, короче, работа на ЖКХ. На ЖКХ. Долго поворот не включить, что ли? Не пойми его, поворачивал он, нет, стоит, смотрю на него. Он на меня смотрит, я на него смотрю, а что я сделаю? Обозначь, куда ты хочешь ехать-то. Так, бортик нашел. Бортик нашел. Не знаю, шип я его, не шип. Вроде не сильно задел, но задел правой кромкой. Так, столб нашел, ага. Ай, блин. Вот как я должен под снегом, да? Аккуратненько, говорят, там не знаю, что есть, что нету. Типа руками, как вот руками нащупаешь. Я нащупал. Вон, видно, там столбик вышел, да? Ну и как мне дальше быть? Вон, столбик там. Тоже сказали, по возможности аккуратно все. Блин. Как вот дальше? Как дальше? Хрен знает. Блин. Что-то там какие-то столбики вылезли. А? Перила какие-то, столбы вылезли. Как грузить, хер знает. Попробуем отсюда сколько-то взять. Не знаю, тут есть что, нету. Вот так сказали, на ощупь работать. Что скажете, знатоки, пишите. Кто-то пишет, что ковш чувствует как свою ладонь, блин. Попробуй тут почувствуй, куда ты уперся. Эти столбики, они как спички. Ты даже не почувствуешь их. Бортики я могу почувствовать. А столбы эти, хер почуешь. Когда машины далеко возят, подольше стоять можно. А это придется пришлепнуть, такой комочек, чтобы он у него из кузова не выпал. С ребенком идет курица, ё-моё, под самой жопой идет с ребенком, за руку тащит его. Ой, блин, охереваю я вообще над людьми. Я назад сдаю, а она идет. Смотри. Куда повезете? Свалку на полигон. На пойму, что ли? Что, еще ли кидать? Что уложи? Блять, куски.
крошками и грузим тогда уж. Погрузка 5 минут, по идее. Да какой 5? 3 минуты. Максимум я твой. Минимум я 3 минуты грузил такие машинки. Но тут грузить неудобно вообще. Брать неудобно. Грузить-то ладно. Ну, приходится, конечно, вертеться. Не жадничай. Костя не жадничает, а Костя. С ним уже мы давненько работаем. Сзади машина очистит. Видит, что сейчас свободно. Выезжала бы женщина за рулем. Сейчас не выйдет она. Пока грузим. Вторая машинка. Ну и хватит, наверное, с этой кучи. Тут под ней столбики откопались всякие разные. Раз мне сказали, чтоб ничего не замять, не помять, я их трогать не буду. Пускай стоят, нахрен они нужны, блин. Наделают всяких оградительных приспособлений. На Nexi по сугробикам-то хорошо ездить. Она низенькая. Вон. Обязательно надо тут пролетать. Так, еще одна машина. Они что думают, я снег-то как буду грузить? Откуда? Три машины, блин. Там какая-нибудь машина зарытая, да? Я такое уже видел в каком-то дворе. Стояла Волга 3110. Мне все мужики говорили, закидай, говорит, ее снегом. Я думал, они шутят, а я там двор греб. А потом приезжаю, смотрю, видимо, кто-то до меня кого-то вызывали. Смотрю, машину завалили. Их эта Волга уже задолбала, видать. Она поставил товарищ, и годами она у них стоит. И чистить неудобно. Вот мужики сказали мне. Ну я что-то это
Шутка, думаю, такая у них. Газель сзади пристроилась. Ой. Не знаю, она-то как проедет здесь вообще. Не быть, не жить, надо проехать, а. Я говорю, объезд есть, да. Можно объехать. Ну, что 300, ну 500 метров пускай. Сейчас движения нету. Сейчас праздники еще идут. Я сейчас ехал, машин нету вообще на дорогах. Тут повылазили откуда-то. Вот они через нас едут. Не быть, не жить. Блин. Куча снега. Мимо упала. Каждая снежинка на счету, блин, тут. Машину набрать надо мне. Я знаю, от как вот в левую часть, говорит, ближе к кабине. Мне ж надо как-то взять левую часть. А там вот столбик. Начинаются поиски дома следующего. Здесь я двор не успел убрать. Ну и хрен на него. Че, машина ждать что ли будет? Третья машина подошла. Нет, по дорогам ехал, да, по дорогам, по городу. Машин практически не было. Приехал во дворы сюда, машины снуют как не знаю что. Как бы машины погрузил, ушли машины, двор чистишь. Я сейчас двор не успел чистить, что мне потом сюда ехать что ли? Здесь как в центре города что-то машины снуют, я понять не могу, откуда они здесь взялись. Понастроят домов. Не то что там грузить машины, там легковым некуда встать. Пипец, блин.
но с разгону давай. Выходим на дороге, да? Такая уже тут главная дорога в этом районе. Машин практически нету. А заезжаешь во дворы, там движуха. Так, 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 так. Как туда попасть-то? Нам налево надо, к этому дому. Еще дальше. Больше некуда. Ну, вижу кучу. Стоматологическая поликлиника. Вроде это. Так, опять звонить надо. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362. Стоматология тут. Кое-как консьержку тут нашли, чтоб шлагбаум нам открыли. Минут 15 мы тут стояли. Так, командир приехал. Уже спросил. Машина пришла. Костя приехал на своем желтом МАЗе. Ну, мы с ним снега перевозили, конечно, немало. В том году, позапрошлом, вот хорошо. С автопарка хорошо возили. Сейчас автопарк что-то помалкивает. Погрузка снега — это вообще так-то хорошее занятие. Самая легкая работа, по идее, погрузка снега. Когда еще территория нормально удобная. Че, он не тяжелый. Только смотреть, чтобы комки большие аккуратно ложились и с кузова не это не слетали. И сзади защелки у машин смотреть надо. Я обычно смотрю, а то бывают шофера подъезжают, и у них не закрыты сзади замочки, замки. Забывают, видимо. Ну, это молодые обычно. То есть за ними еще надо посмотреть. Бортик впереди, тротуар, бортик, бордюр. Как раз передок упирается в
сугроб, а жопа уже упирается в бордюр, задние колеса, и проскальзывает. Ну ничего, ерунда. Тоже берем на высоту колодца, там колодцы. Дворник показал, где, но начальство сказало, повыше бери. Повыше, так повыше, что нам. Машины-то две-то точно загружу, третью, да и третью загрузить можно отсюда. Не получается комками брать большими, глыбами. Глыбами хорошо их кидаешь и не расплющиваешь их, они объемные. А рассыпчатый снег, блин, это вам больше входит, по идее. Ну, вот так вот примерно. Сейчас сзади еще Lexus уберут, и вообще удобно будет грузить. А то я с доворота захожу. А, BMW это, не Lexus, BH. Вот в таких местах, ребята, пишите по зеркалам. По зеркалам это, считай, что это так, вспомогательное, поглядываешь. Башкой крутить надо, башкой. Не бойтесь, что шея отлетит. Не отлетит шея. Но в зеркала бывает, что и не заметишь что-то. А визуально головой повернул, обзор больше. Ты видишь уже всю часть заднюю, что делается и под капотом, под жопой, что делается под радиатором, там у тебя более-менее. Зеркала вы этого толком не увидите, мертвые зоны есть, какое бы зеркало ни было у вас. Панорамное, выпуклое, впуклое, рыбий глаз там, лучше головой. У меня привычка, говорю, я вот даже где-то работаю, знаю, что на несколько километров людей нету. В таких местах, в малолюдных, и то у меня башка сама непроизвольно поворачивается. Мало ли какая-нибудь мышка полевая бежит там. Кому не задать, ежик какой-нибудь. То есть башкой крутите, вертите, не бойтесь. Полезная штука. В таких вот местах тем более. Машины шныряют, это ладно. Так пешеходы бегают. Недавно женщина идет, я задним ходом сдаю. Она с ребенком идет, и сзади и зеркало бы можно было не заметить. Так что... такой мой совет. Ну, по снегу-то он плохо, конечно, идет. Потому что надо еще, упираешься в сугроб, чтобы взять его. И слой снега еще. Ну, сантима 20-то я оставляю. Это сопротивление. Идти-то он идет, но сопротивление большое. Нагрузка.
так, надо правой стороной ковша взять. Про погрузку я тоже рассказывал уже, чтобы машину равномерно погрузить. Правой частью ковша, левой больше берешь. Вот сейчас я правый взял побольше. И ближе в заднюю часть кузова кидаю. Не пятитонник, показывают еще ковш, куда сейчас у вас валиться будет, мимо бортов будут сыпаться. У меня все высоты не позволяет больше. Яблоньки. Следующий. О, сломается, что ты? Испугался, блин. Пока я его выгружаю, он сломается, раздробится. Вот испугался, что не сможет выгрузить. Много? Там земля! Земля там наросшая, замерзшая.
Так, две машинки отсюда отправили. Ну, еще две будет, наверное. Ну, полторы. И потом есть еще одна очень неприятная территория. Там двор плохой, резиновое покрытие, как там делают во дворах, площадки, бордюры, пипец, короче, и машинам не заехать, это мне надо будет брать вот кучу и возить. Техники нету свободные, я говорю, туда бы может это, что-нибудь типа Терекса там и JCB-шку. Экскаватор-погрузчик, у них и черепной там где-то что-то. Да нету, говорит, техники уже, все. И мне сегодня ангары тоже названивают. Поздно вечером придется еще на ангары ехать. Ребят тоже бросать нельзя. Но я предупредил заранее, я сказал, технику, говорю, какую-то ищите. Двухтонники или что. У меня двухтонник есть у товарища, но он занят. Я говорю, я все, что смог, сделал. Почему я бетонщиков пока это не обслуживаю? У них работа то есть, то нету. А у меня заказы пошли вот сюда. Сейчас на 3 дня мне с ними работать тут. Вывоз снега. И я не могу их тоже это. Поэтому я предупредил ангары бетонщиков, что в первую очередь я делаю снежную работу. Но это у меня договорено с ними давно уже. Потому что, когда у них работы нету толком, я это не буду. Я же не буду стоять просто так, терять заказы. Придется мне заранее просто сейчас с бетонщиками работать. За день. На завтра толкать сегодня, скажем. Я сегодня толкаю поздно вечером. И завтра поздно вечером. То есть только так придется работать с ними. Снегопад вообще нормально. Коллапс, коллапс. А нет, одну машину, наверное, отсюда с небольшим вообще-то будет. Там впереди колодец теперь. Как дворник показал, где-то около дерева. Сейчас, как говорится, все водители спецтехники работают строго в смокингах. Я во фраке. Нет, у меня белый смокинг, черная бабочка. Приезжаешь на объекты, все тебя по имени, отчеству. Двумя руками руку жмут, целуют некоторые, не только руки. Эй, блин. Самая лучшая пара для погрузчиков. Выбирай работу, какую хочешь. Вот в такую, когда вот снегопады идут, самое нормальное клиентов нарабатывать. Потому что названивают организации, хоть они с кем-то, может, и работали, но бывает, что погрузчики свои заняты и вызывают других. И ты приезжаешь, они посмотрели, у человек-то получше работает, и расценочки вроде. Что скажут нам? Короче, люди, заказчики смотрят. Это то же самое, что я в один сервис приеду. Мне по той же цене будут делать целый день. А тут приехал, мне эту же работу сделали за полдня и за эти же деньги. Конечно, я
туда, где мне быстрее делают. И качество, скажем, такое же, ну, может даже лучше. Что, так и есть. Вот поэтому на таких объектах время не тянешь. Аккуратненько, конечно, но и стараешься работу делать качественно. Чтобы тебя уже постоянно как бы вызывали они. Спросил, ага, машины, сколько, говорит, машин погрузил? А что? Пять или шесть, я говорю, не записываю. Сказал бы сразу бы. У меня привычки нету считать. Башку лишним забивать. Так, когда говорят, да. Когда говорят, записываю. А так, нахрен мне надо. Сколько там машин было. Если бы мне за них доплачивали что-то, так ладно. Я бы считал.